я думаю, те мои коллеги, которые, скажем, практикуют ислам, практикуют религию, они наверняка в своих молитвах в том числе и просят сил на то, чтобы, скажем так, побороть те или иные недуги, или, может быть, действительно у конкретного пациента, чтобы у него было улучшение. Я думаю, что это очень и очень вероятно, что они просят за своих пациентов. Естественно, вы правильно сказали про родственников. Так что, да, поскольку, ну, вспоминая себя, как я работал врачом в реанимации, мы иногда готовы очень много отдать, чтобы вот человека спасти. Это. То есть ты вот сделал все, что ты должен был, и ты сидишь и ждешь. Там вот капельница капает, монитор поможет или не поможет. И ты не знаешь, и ты не можешь знать. Как бы этого ни хотели родственники пациента, они на врача смотрят как на Бога и говорят, ну, типа, ты должен спасти.